Всем привет, ребят. Ну что, у нас тут появился гостевой аккаунт случайно на 13 тысяч самоцветов. Ну и, конечно же, я сейчас быстренько это все пройду. Как ни странно, посмотрите аккаунт, где просят выставить и героя, но уже есть самики. Такс. Прямо быстренько. Винтус назовем его, может кому-то попадется. А, только на английском. Не знаю, что она означает на английском, но у нас это должен был быть YouTube. Так, окей. А блин, мы сейчас походу будем всю обучалку проходить. Фри, и к нам приходит циклоп. Так, что у нас сегодня? Да, я согласен с вами, все, на всем согласен. Что у нас сегодня есть? Непонятно ничего. Ничего нету, коллекционера нет. Есть только дискаунт. Так, сейчас мы заберем. Ничего себе, смотрите, почти 15к, ребят. Это сейчас будет мега трэш. Вот давайте ради интереса, вот 15 там, то получается по 150. Вот по 150, посмотрим, как оно падает. Я всегда ролю по 450, ворожей. Обалдеть. Уже неплохо. Циклоп. Панда, панда. Так. Силушка растет, шаман. Да, они у нас идут. А, все правильно. Так. О, имбище бочка. Тритонище. Самые имбовые герои. Так, давайте дальше. Дриада. Так. Ну давай, давай, рандомчик. Гаргул, ну смотрите, по отхилу это просто, просто обалденно уже. Хранитель. Нифига себе. Вот это аккаунт кому-то попадется. Ниндзя. Я думаю, мы по 450 выбили бы больше имбогероев. Одержимый. Обалдеть. Ну что, будет еще одна легенда? Тыква, ребятушки, обалдеть. Все, ты нормальный. Так, фея. Да, вот это, конечно, круто. Мы уже тут паролили, она спросит дальше обучалку прийти. Жесть. Да, ребят, ну вы чё? Я уже тут нормально потрешивал. Вы мне еще и обучалку суете. Вы что, издеваетесь, что ли? Жесть. То чувство, когда ты быстрее, чем обучалка IGG. Так, отлично. Давайте посмотрим, что тут вообще есть. Ну, я считаю, герои, блин, ворожай. Гаргул. Рон, тыква, одер. Как по мне, реально, очень круто. Так, окей, ладно, потрешивали, ставьте лайки, пишите комменты, поехали на... О боже, мой срач и старый... А, нет, тут я говорю старый, это пока что новый, еще не старый. Поехали на мой основной аккаунт.
Так, что тут у нас? Что тут у нас интересного есть? Сейчас зайду сюда. Шоппинг спри гляну. Что там по времени мы уже, конечно, проспали. Там все топовые плюхи поразбирали. Так, Unlimited, Unlimited. Странно, что Apex камни по 200 зажрались, вообще не берут. Ладно, я не настолько зажрался, заберу себе. Так. Ну что, давайте попробуем тут вытащить. Космо 30, нифига себе. Анубис. Анубис. Рогатка 40. Еще один Анубис 3. Обалдеть. Plant Warrior. Plant Warrior. Интересно, мы выбьем фрейка целая. Сегодня здесь дают целого Некроса. И мне интересно посмотреть, как же падают осколки. Неплохо тогда. Жестко. 10 осколков. Так и не поменяли, кстати, командора. Махатма. Смотрите, еще одна Фрея. Вот, вуаля, ребятушки. Целый Некрос падает. Ну, правда, он, конечно, за донат. Он стоит уже здесь копейки. Но все равно, мелочь-то приятно. Еще одна Фрея. Вот что значит, знаете, типа разница. Донат без доната. Да, мы там поролили. Посмотрите, каких героев мы здесь выбиваем. Еще одна Фрея. Космо еще, нифига себе, вот это жестко. Вугич целый, нифига себе. Вот это падает. Огонь, ребят. Лазуля. Супер. Сколько там у нас осталось? 14. Командора. Рогатка, Махатма, Командора, Плантик. Еще один Анубис целый. Ну, давайте еще целого. Еще одна Махатма целая. Целый герой падает. 40 осколков лазули. Ну, видно, что улучшили систему. Вот смотрите, мы не выбили только Командоры целой. Махатму, Будимена вытащили. Только командора целая нам не упала, если я не ошибаюсь. Ну и осколки на этого. И этого не видели, и розы не видели. Ну, в принципе, я считаю, очень даже неплохо. Нападало нехило так. Так, что у меня тут за плюхи? Это я позабирал с акции, еще не все позабирал. Тут и в перелимите. Понятно, красные камни, как обычно. Такс. Коробки, которые никому не нужны. Что у нас по чарам? 6 штук. О, это надо кому-то поставить. Сейчас я посмотрю, кто там у меня. Такой следующий. Свален. Космо. Ну, космо я пока так оставлю. Таких, кто очень сильно нуждается, скажем так. Фрейка. Ну, Фрейя, ну нафиг не надо. Так, на ворожае у меня уже есть. О, знаете, что хочу сделать? Давайте сейчас ради трошечка кое-что с вами сделаем. Вместо доспеха делаем вот так. Теперь поехали. И это там наш триантище. Триантище, ты где? Блин, эти разные алтари сегодня после этих роллингов. Это, конечно, жесть. Так скоро можно слепым стать. Вот он.
Ничего себе, таланты падают. Вот так вот. Вы прикиньте, сколько у дерева сейчас будет защиты. Это нереально жесткое дерево будет. А, талант 60% дает. А, плюс СО дает 60. Плюс 40 отсюда. И по идее это должно быть вообще мега трешовое дерево. В общем, пишите комменты, хотите ли вы видеть такое дерево. Всем удачи, всем пока.